Добрый вечер, семья IPL. Я рада вас приветствовать из Воронежа. Я Нина Владимировна Царикович, международный директор в проекте Agile Product Line, коротко IPL, и мы сегодня говорим «Мир, труд, май». Мир, труд, май, потому что мы рады, что мир на земле, мы умеем трудиться и обеспечивать свою семью, и мы рады, что мы все вместе можем трудиться в замечательной компании IPL, которая сегодня набирает такие обороты, нас просто это радует, удивляет. И, конечно же, те люди, которые сегодня выберут наш проект, это самое лучшее время, чтобы присоединиться в нашу компанию. Я хочу вас поздравить с тем, что вы уже с нами, что вы предпочли компанию, которая сегодня является флагманом на рынке wellness-индустрии. Наша компания является ведущей в продвижении продукта премиум-класса. Это продукт, который войдет в каждый дом. А когда войдет в каждый дом, я задаю сегодня вам вопрос. Кто будет получать деньги за то, что наш продукт будет в каждом доме? Задайте себе, пожалуйста, этот вопрос. Компания IPL вошла на рынок и предлагает каждому из вас краткую инструкцию. Кратко она называется ПВК – презентация возможностей компании. Это небольшая брошюра, которая позволяет нам прийти к каждому, к любому партнеру, показать профессиональную информацию, просто зачитать ее и сжато рассказать о наших возможностях. Конечно, всю презентацию давать не обязательно. Новички должны просто знать, что такое наша компания, как она работает на рынке, сколько лет она на рынке, кто ей управляет, какой продукт она продвигает, к какой индустрии она относится. И мы на сегодняшний день можем ответить на все вопросы, потому что наша компания является направлением MLM-индустрии. Что такое MLM-индустрия? Иногда вы путаете MLM-индустрию с простым сетевым, где, допустим, даже нет продукта. Обратите внимание, что компания продвижением такого продукта, как у нас, является компанией продающей. И только MLM-индустрия так тщательно готовит свои продукты. Только с самым классным и крутым продуктом можно выйти на рынок для того, чтобы завоевать симпатии наших потребителей. Очень много компаний работает на рынке, и используя MLM-систему. Наша компания взяла самую лучшую формулу продвижения продуктов на рынке. Это от производителя до потребителя, минуя сложную цепочку посредников. И вы с этой цепочкой посредников все знакомы. Все где-то работали и знаете, сколько денег уходит на обслуживание системы продаж. Наша задача с вами – получить информацию от компании, стать партнером компании и помогать стать партнерами компании других потребителей. И на сегодня это стало очень актуально, потому что цепочка еще больше сократилась. У нас нет никаких препонов между тем, чтобы получить качественные продукты напрямую из производства, через логистику, или домой, или в центре выдачи интернет-заказов. И вот когда вы предпочли уже такую систему продвижения, это свободное время, план сами вы ставите, сколько вы будете работать на эту компанию. И когда вы предпочли свободный график работы и выбрали компанию, которая сегодня представляет продукты класса премиум, и самые актуальные продукты – это витамины для усиления иммунитета, для улучшения качества жизни, и вы еще и предпочли нашу компанию IPL, тогда мы можем сказать вам, поздравляем, вы выбрали самую лучшую формулу бизнеса, где все пазлы сложились идеально. Потому что у нас инновационный продукт, очень продвинутый продукт, сделан по новым технологиям. Этот продукт не имеет аналогов в мире, и он нужен каждому, от младенца до пожилого человека. Наш продукт продвигается специальным маркетинг-планом, где учитывается каждое ваше действие. Буквально каждое. Если вы только похвалили продукт, вы уже можете получать свои комиссионные. Вы только помогли кому-то сделать заказ, и вам компания уже платит ваши комиссионные. У нас прекрасная система обучения, которая в каждом, а буквально в приложении, в телефоне, в рабочем состоянии. Вы можете слушать уроки аудио, видео и распечатать также файлы. Наша компания в руках у одного очень важного человека для нас. Это человек, который выкупил патент на 25 лет без права перепродажи. И вот уже 8,5 лет компания IPL управляется мудрым, молодым, но мудрым человеком. Это Сергей Сергеевич Куликов. Под его эгидой собрались профессионалы с помощью этой команды. Мы буквально за 8,5 лет вошли
с российского рынка на уже 58 стран официально, и в том числе и Евросоюз, и Америка. Вряд ли вы найдете сегодня компанию, которая может так легко и просто войти из России во внешний мир. Обычно все компании входили в Россию, и мы гордимся, что компания APL победоносно вошла в мир и просто побеждает все новые и новые города, страны, регионы, и все новые и новые партнеры присоединяются к нам, потому что время выбрало нас. Сейчас будет самое вкусное, самое интересное, то, что вы ждали. Потому что за 7 лет у нас с вами 14 невероятных продуктов. За 7 лет мы смогли изменить эту индустрию полностью. А вы поддержим бурными. Аплодисменты, громче! Наш президент – волшебник. Мы не только работаем, еще и путешествуем. И вот путешествия, мы подключаем все новые и новые страны. Мы 5 раз были в Америке, и это позволило нам подсоединить очень многих сетевиков из Америки. И они сегодня предпочли нас другим MLM-компаниям, потому что наш президент – очень щедро платит. И вы, наверное, в этом убедились, потому что результаты апреля просто потрясающие. Наша компания перевыполнила план в 3 раза. У нас родились новые звезды. Международные директора, национальные директора, премьер-директора. Это так круто, когда такое обновление и такой рост у нашей компании. Вот вы знаете, горжусь и поздравляю всех лидеров, которые сегодня сделали больше, немножко больше, чем все остальные. Желаю вам, чтобы вы поняли, какими же фишками владеют те лидеры, вот так удачно стартовавшие, что же особенного они знают, и что особенного вы можете сделать для нашей компании. APL Seasons 2019. Прорыв. Чем запомнился главный образовательный форум компании в этом году? Желающих получить максимум от обучения было так много, что прорыв случился уже при входе. Тысячи партнеров из разных уголков мира с жадностью ворвались в зал навстречу новым знаниям, полезной информации и мотивации от компании APL. Каждого участника форума ждал сюрприз – шикарная рабочая тетрадь с новой презентацией возможностей компании APL. Тетрадь из рук выпускать не хочется. За такими, просто хотя бы за этим нужно ехать. Сергей Сергеевич дал мастер-класс о том, как работать с новой ПВК. Это одно из тех выступлений, которые лидеры буквально записали от начала до конца, распространили и теперь с удовольствием дуплицируют. Обучение очень классно. Нам нравится. Очень понравилось то, что сегодня сделал наш руководитель Сергей Сергеевич Кульков, что нам в готовом виде, шаблоном дают вот это наше ПВК. Нам это вот необходимо было. Мы то, что надо, мы получили. Новые инсайты появились, как лучше рассказывать маркетинг. В этом году Сергей Куликов как никогда был щедр на выступления. Его тренинги по постпромоушен и про то, как работать с людьми разных поколений, уже разобрали на цитаты. Я вообще воодушевлена, потому что потрясающая была информация, столько новостей, и этот постпромоушен я уже дала всем своим партнерам, которых у меня 1000 человек по всему миру. Это было просто потрясающе. Эмоции в эти 2 дня просто зашкаливали. Информацию мы все получим. И люди, те, кто отсутствовали, получат. Но не смогут испытать то ощущение, те эмоции, ту энергию, которая идет от президента. Вот это вот самое больше, что впечатляет. APL Seasons уже запомнился и тем, что на спонтанном аукционе пустой блистер от нового Драже Бьюти был продан за 600 евро. Пустой блистер, ты бьюти был! Настолько воодушевленно встретили участники форума новый 15-й продукт серии Акумулит SA. Сегодня самый счастливый день моей жизни, потому что свершилось чудо. Вышел новый 15-й продукт. Я очень рада за всех женщин. Почему? Потому что такой продукт сделает нас еще моложе, интереснее, ярче, красивее. Когда Сергей Сергеевич дал это драже, я положила под язык. Первое впечатление – это мои самые любимые фрукты, которые я ощутила. Это, конечно, клубника и гранат. Я думаю, ешь, как это круто. Продукт, правда, великолепен. Мне так было приятно. Это счастье, это здорово, когда быть на таких мероприятиях, первыми получать такие замечательные продукты. Все женщины хотят быть красивыми, хотят быть ухоженными. Мужчины тоже.
конечно. Ну, мы эгоисты, женщины, в первую очередь, про себя. Поэтому, нет, это очень круто, очень здорово. Я считаю, это бомба. Этот Seasons мы запомнили как форум, на котором впервые стало известно о нашей новой линии косметики Beauty Natural Series. Презентовать новый продукт, косметику, конечно, было очень волнительно, потому что это уникально, это новая тенденция. Аналогов в мире точно нет, не только Драже, у нас теперь еще и уникальная косметика. И мне очень приятно, что партнеры это оценили. Наша уникальная технология Community Essay теперь есть и в косметике. Вот это вообще просто бомба. Плюс, конечно же, это натуральный состав, это шелковистость. Когда я понюхала, запах был дорогого салона. Всегда стремилась к чему-то натуральному, любила как бы именно профессиональную косметику, не с масс-маркетов, а вот что-то искала всегда натуральное. И вот теперь прям просто с нетерпением ждем, когда пройдут эти полгода, чтобы начать пользоваться этой косметикой. APL Seasons Прорыв запомнится и появлением в компании премьер-директора. Долгое время эта высокая квалификация была никем не занята. Но появился человек, который взял эту высоту. Премьер-директора за 2 недели с моей дружной командой. Мы пытались сделать все, что нужно. Потом сделали все, что возможно. И оказалось, что мы сделали что-то невозможное. Мы шли целенаправленно. Мы каждый день знали, что нам нужно делать. И мы сделали это. Я не могу. Похлопаем. Ура! 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 Вместе с тобой радуемся. Участники форума не теряли времени и в перерывах. Самые активные собирали автографы лидеров. Я сейчас брал автографы у самого большого чека компании APL. Мне нужна была энергия, чтобы зарядиться ей и чтобы быть такой же, как она. Андрей, огромных успехов в APL. Ты победитель, так и будет. Когда я когда-то начинала в сетевом бизнесе, я так хотела, как собачка по следам шла и хотела с лидером фотографироваться, писать автограф, чтобы они писали автограф. И вот свершилось. Я мечтала. Я хотела стать победителем. Сегодня у меня просто супер день. Мне Сергей Сергеевич пожелал много-много веры в Бога и также богатства. Я просто безмерно счастлива. Сегодня был глобальный прорыв. Руководство традиционно поздравляет всех, кто справляет свой день рождения на событиях компании. На APL Seasons 2019 именинников оказалось немало. От волнения вот-вот выскочит сердце, потому что я получила сегодня именной браслет из рук Сергея Сергеевича Куликова. Золотой именной браслет. Он настолько щедрый, он настолько внимательный к своим лидерам. Ну, я просто не знаю вот других таких президентов, которые вот так и трепетно относятся к своим лидерам. APL Seasons Прорыв пришелся на год магии и волшебства в APL. Безусловно, по такому поводу президент компании удивил участников форума своим иллюзионным мастерством. Меня очень удивил фокус с голубями. Это было действительно очень магично. Еще связано с каким-то чистым, духовным, как вот эти ангелы светлые летающие. Это было просто магия. Этот монумент, который стоит в самом центре нашего города, больших размеров, и когда он пропал, для нас это было, конечно, нереально, потому что мы сами его всегда видели, и как это могло исчезнуть, вообще непонятно. Да, у меня это получилось. APL Seasons 2019 запомнится тренингами, которые партнеры применили мгновенно. Это было невероятно полезное обучение и моментальное закрепление теории на практике. Если я начну перечислять, что я полезно вынес, мы до утра с вами здесь останемся. Обучение в этом году проводили исключительно руководство, сотрудники и специалисты, представляющие компанию APL. Лидеры же выходили на сцену за признанием. И накал страстей настолько сильный и мощный, мы не ожидали такого действительно прорыва. Столько полезнейшей информации от креативного отдела, и для нас была большая честь выйти на сцену. Для нас особая гордость, что сегодня с нами большая команда, и каждый из них был по достоинству отмечен компанией APL и всем нашим дружным креативным отделом. Спасибо огромное.
Главным показателем успешности обучения стало то, что после APL Seasons «Прорыв» были побиты все мыслимые и немыслимые рекорды продаж и подписаний. Партнерами, участниками форума были закрыты новые высочайшие квалификации. Это еще не предел. APL Seasons – это уникальный образовательный форум, который уже прошел, но все еще работает на партнеров компании APL. Вы станете суперлидером. Мы даем 200% подарок.